Управлением ФСБ России по Ульяновской области пресечена противоправная деятельность 35-летнего жителя города Ульяновска, бывшего сотрудника правоохранительных органов, причастного к разглашению сведений, составляющих государственную тайну. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант сообщил представителю одного из средств массовой информации сведения, содержащие персональные данные лица, сотрудничавшего на конфиденциальной основе с подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, достоверно зная о том, что указанные сведения составляют государственную тайну, имеет степень секретности секретно. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом ФСБ в отношении жителя города Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое может быть назначено наказание сроком до 4 лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.